Короче, ребята, я сейчас сыграю соляк, который никто в мире никогда не повторит. Вот. Это будет супер соло, короче. Оно творчески задумано. Каждый лишний звук, каждый удар, каждое непопадание в барабаны – это творческая задумка. То есть, если я не попал в ударку, если я не попал в ритм, это сделано абсолютно специально. Это сделано абсолютно специально. Вот. Если я не дотянул бенд, это тоже творческий ход. То есть, соло, которое я сейчас сыграю вот под этот ритм, оно просто вот такое вот из космоса взятое, скажем так, да? Вы мне после этого соло будете писать, что, ну, а ты можешь его сам-то повторить еще раз? Ребята, я, конечно же, не смогу его в точности повторить сам еще раз, потому что так же, как и Хэммит, он ни разу не повторил свое соло одинаково. То есть тут как бы тоже претензий быть не может. Поэтому, ребята, кто считает, у кого уровень игры на гитаре выше моего, вы обязательно это соло, которое я сейчас сыграю, вы обязательно сможете его повторить. Вот, а если вы не повторите, значит вы играете хуже меня, все, тут что еще доказывать? Ну что, поехали! Ну, я думаю так, мне писали, что 30 секунд, 30-секундное соло Металлики я должен был сыграть, повторить, раз у меня уровень выше, чем у Хэммита. Ну, пожалуйста, ребята, кто хочет переплюнуть мой уровень, сыграйте вот именно это соло. Если вы не можете повторить соло вот такого новичка, как я, вот такого слабого уровня гитариста, ну, значит, вы сами, как бы, такой себе гитарист, такой себе, крайне слабый.